Так, видео для тех, у кого карты Спинтарес Мудранер появляются в одиночке, а в мультиплеере не работает, и либо совсем пропадает мультиплеер из игры, пишет, что сетевая игра невозможна. Качаем на под видео будет ссылка на программу, которая называется вот так вот Spintaris Mutexe 161 Alpha. И устанавливаем ее. Значит, она у нас качается, она у меня уже стоит. Правда, предыдущая, вот видите, версия 1.6.0. Вот такой установочный файл. Программа установится. Она у меня находится вот здесь. Потом открываете программу. Переходите в настройки. И здесь вот указываете папку с игрой, где она у вас находится. Но я сейчас покажу вам путь. Так, установить. Диск C. Steam. Maps Common и Spinterest Mudrunner выделяем. Окей. Применить. Окей. И в настройках еще раз во вкладке настройки, во вкладке прочее, проверяем, чтобы галочка стояла на пункте отключить проверку файла. Применить. Окей. Запускать игру с вот этой кнопки из программы Spinterest Mod. Также еще у меня, например, в папке с игрой файл config. В файле config прописана папка media. Он, по идее, должен быть вот без этой строки. Вот эту строку дописываете, тогда игра будет работать с папкой медиа, которая вот здесь находится. Если ее у вас нет, то ее тоже нужно будет создать. Вот здесь не лежат карты. Ссылка на программу и на конфиг будет в описании.